Всем привет! На связи Днепр вдоль и поперек. И сегодня у нас самый студенческий перекресток в городе Гагарина и Казакова. Видимо, у нас вот авто стоит с нарушением. 30 метров до остановки. На самой остановке, вот перед знаком, стоит также автомобиль, он также стоит с нарушением. Во-первых, остановка на тротуаре разрешена только когда есть знак, который это разрешает. Во-вторых, остановка разрешена 30 метров до и после остановки для маршрутных транспортных средств. Тут видим, явно нет 30 метров. Зигзагообразная линия на остановке обозначает, что это остановка для маршрутных транспортных средств. Сам перекресток при работающем светофоре регулируемый. При проезде руководствуемся только сигналами светофора. Если же светофор отключен или не работает, только тогда смотрим на знаки приоритета. Гагарина главное, если ехать с Казакова, уступи дорогу. Здесь установлен соответствующий знак. Если мы поворачиваем налево с Казакова, то у нас на разделительной также установлен светофор. Давайте разбираться с ним. Внизу светофора есть знак. Он называется «Место остановки». Он показывает, что именно в этом месте должны остановиться автомобили, если у них красный сигнал. Принцип проезда таких перекрестков и светофоров довольно простой. В нашем случае, если Гагарина едет, Казакова стоит. И наоборот, когда на Казакова включается зеленый, все, кто на Гагарина, останавливаются. Не совсем корректно установлен знак «Выезд на дорогу с односторонним движением», так как этот участок Гагарина – это не дорога с односторонним. Очень здорово, что стрелками на светофоре четко показано, в каком направлении отсюда мы можем двигаться дальше. Я бы рекомендовал здесь также установить знак «Уступи дорогу», как это сделали на перекрестке Еварницкого-Воскресенской. Так как если светофор на нашем перекрестке будет отключен, то те, кто на разделительной, не будут понимать, ехать или уступать дорогу. Знак обозначает, что 90 метров отсюда запрещена остановка. Я напомню, что действие знака распространяется только на ту сторону улицы, на которой он установлен. Поэтому здесь установили два таких знака. Зеленая стрелка рядом с красным сигналом светофора. Со стороны Казакова здесь и со стороны Гагарина здесь очень разгружает этот перекресток. Напомню, что эта стрелка дает возможность при красном сигнале повернуть направо с крайнего правого ряда, но обязательно всех пропустить, и авто, и пешеходов, и велосипедистов. Если нам не нужно ехать направо, мы можем просто стоять ждать своего зеленого сигнала, а после поехать прямо. Часто бывает, что водители, которые не знают ПДД, если хотят повернуть направо, а вы стоите перед ними, могут нам сигналить сзади. Обращаю ваше внимание, если вам не нужно направо, вы не обязаны ехать. За перекрестком видим знак «Зона стоянки» и внизу табличка «Способ остановки параллельно тротуару». Вопрос нарушения правил остановки на этом участке стоит довольно остро, так как из-за неправильно припаркованных авто маршрутные транспортные средства не могут сразу быстро выехать с остановки, тем самым затрудняя движение как друг другу, так и другим авто. Если сделать доступным проезд через Казакова по улицам Генерала Пушкина, Динамо, Ярославской или Рыбинской, то это существенно сократит движение не только на этом перекрестке, но и дальше по Гагарина до подстанции. Изучайте наш город и ездите по нему безопасно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Свои вопросы вы можете оставлять под этим видео.